приветствовать вас на моем канале. Сегодня я сделаю мини-обзор мультипекаря от фирмы Redmond. Это многофункциональное устройство для выпечки и жарки. В комплект мультипекаря у нас входят вот такие три съемные панели. Они очень легко снимаются. Вот. Также здесь антипригарное покрытие. Идет в подарок книга рецептов, в которой все очень подробно написано. Сколько грамм, как рассчитать граммы, все-все подробно. Есть индикатор готовности к работе. Значит, по желанию вы можете дополнить коллекцию своего мультипекаря любыми панелями. Значит, панели можно приобрести не только именно в специализированном магазине Redmond, но также в магазинах, где продается сам мультипекарь. Значит, панели очень разные, совершенно на различные формы. Для выпечки, допустим, пончиков, блинчиков, вафель, вот, потом бутербродов, тостеров можно приобрести такие панели. Значит, это многофункциональное устройство, где есть контактный гриль, бутербродница, вафельница, кексница. Можно делать омлет и многое другое. Также хочу показать вам, как легко открывается мультипекарь. Также легко и закрывается мультипекарь. Вот, очень удобно. Значит, покажу вам книгу рецептов. Нам здесь предложено 40 рецептов. Рецепты все очень подробно описаны. Очень подробно. Вот здесь показано в картинках 40 рецептов, которые мы можем приготовить. Рецепты, еще раз повторюсь, очень подробно. Ингредиенты, время приготовления, насколько порции, порядок приготовления, какие используем панели. Рецепты все очень красочно оформлены. Я думаю, что кто приобретет мультипекарь, будут довольны этими рецептами. Также есть очень много рецептов для тех людей, кто на правильном питании, то есть приготовление без масла. Вот. Так что я думаю, вам понравится этот мультипекарь. Мини-обзор я вам показала, значит, мультипекаря от фирмы Redmond. Это универсальное устройство для выпечки и жарки. Я думаю, если вам понравился обзор, может быть, вы приобретете такой мультипекарь. Я также приготовлю несколько рецептов именно в мультипекаре и для вас сниму и покажу, какой у нас получается результат. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Пока-пока.